Дети подвешены на эти комиксы, и родителям некуда отступать, приходится платить. Я уже открыл первый магазин комиксов в России. А вы читаете мангу? Я уже читаю сейчас на Бутапон и начну читать в следующий год. Когда ты путешествуешь в офисе в ваших разных городах? Мне было 15 лет, мои пропорции были совершенно другие. Нет.